Султан Махмуд подавил восстание янычаров. Закопавший дождь смог потушить пожары. Но какой путь найдет султан Махмуд, чтобы янычары вновь не подняли бунт? Эсма Султанша, получающая поддержку от Дмитрия, попытается вновь настроить против султана Махмуда янычаров Халита Эфенди. Эсма Султанша передала султану Махмуду, что Гюльфидан готова к браку, однако она сказала, что надо выдать ее замуж за Мусу. И вот теперь султан Махмуд с минуты на минуту может узнать правду про брак Гюльфидан и выяснить, какие игры играет Эсма Султанша на самом деле.